Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем наше приключение в World of Warcraft битву за Азерот. Помогаем сейчас с выполнением одного интересного квеста под названием «Высшее общество». Смотрим, что тут вообще происходит. Вот. Смотреть пекарню, да? Так, опять Ашара. Понятно. Наверное, мне в дом. Так, кто следующий? Спасение Корина. Стой, потупи несколько секунд, пока нарезать будем. Сначала нужно выбрать цель. Успешно спасен. Так, на призрачных крыльях мы встретимся там, где начался наш путь. Аминь. Мы с Корином не видели друг друга уже много лет. Нам нужно о многом поговорить. Знак благодарности. Мы останемся здесь и поможем тебе в твоих странствиях по этим проклятым землям. Окей, спасибо. Рад был помочь. Так. Ух ты. О, так это еще и птичник теперь. Прикольно. Ну, давайте полетим обратно в наш лагерь. Там в лагере будем уже что-то думать. У нас там тоже остались ряд квестов, да, которые нужно сдать. А может быть, у меня есть что-то, что... Блин, я варанов не доубивал. Черт. Странно, что они на карте не отображаются. Ну да ладно, не критично. Поскидываю хотя бы те квесты, которые уже выполнил. Мы тут всем делимся. Ну как, интересует что-нибудь? Так, первый есть. Не буди во мне зверя. Ну, выкладывай. Раз, два. Мы еще увидимся. Ну, еще остались кое-какие квесты, конечно. Кое-какие квесты остались, но это уже...
Даже не знаю. Я бы, кстати, все-таки вот что тут у нас? Наплечничек, да? У меня наплечнички явно не такие. Поэтому можно сгонять и попробовать. Попробовать пока что только добыть их. Может получится. Можешь меня вот сюда, пожалуйста, отправить. А там я попытаюсь заполучить наплечники. Если получится, будет круто. Так. Отсюда и направо, по-моему, да? Именно так. Терраса Занширов неких. Врата королевы. Главное, чтобы тут не было каких-то суперэлитных чуваков, которые мне на люлей валят в два счета. Потому что мобы и так достаточно злые. Ушел Ваниш. Оу. Мама родна. Ох, да на тебя еще и стан действует, родная. Конечно, ты. Не вовремя так. Занширская крепость, да? Опа! Локальная заданница. Что надо сделать? Давайте, наверное, сначала поубиваемся. Ого! Ого-го! Так, а чё он там мне помогать собирается-то? А то я в него вписаться за него вписался-то. О, как раз варанчиков добил. Прелестно, прелестно. Эге! Бам-бам-бам. Так. В таких играх я, конечно, не супер спец, но поиграть с радостью могу. Ой, не санул. В смысле, так вот же красный. Так, что еще, что еще? Ох, хорошо пошла. Такс. Так. Чё дальше? Ох, не просто. Так, давай, зелененький шарах. Что же дальше? Неплохо.
фиолетовые. Бумс. Чудесненько. Бетонный на плеч. Вращаем шарманочку. Так, ну что ж, система говорит, что надо это хватать. Окей. Ну, пятифанчик больше всех. Все. Чудесненько. Не зря заскочили, друзья. Не зря. Так. Ой. Ого. А ты что за воин такой? Серьезно. Мне нужна цель. Так, давайте, наверное, все-таки через камень сделаю порт. Так будет проще. Пардон. Ох ты, глядите, а у меня тут он какой-то... Какой-то квест. А что у меня за квест здесь? Ха, давайте попробуем найти и сдать. Чего его держать вот это вот? Может, наверху где? Нет, не наверху, как можем поглядеть. Кирогард, ты знаешь, рискованная! Потому мы и не берем команду. Легенда о Мехагоне. Привет, Мид, не поверишь, я только что сказал Скегу, что неплохо было бы встретить здесь тебя. Мне тут стало известно про одну операцию Альянса, в которой по старому убежищу, вход которой находится на Тирогарском поморье. Как это обычно бывает с гномами Механа, мехмастер Замыкалец носится с этим как чокнутый, мол, там вход в сказочную гномью страну под названием Мехагон. Конечно, я не верю во всю эту чушь, но мне очень интересно посмотреть на эти механизмы в убежище. Ты в деле? У меня еще полно всякого. Это секретная, Скеги. Полетим тихо, малой группой, без сюрпризов. Окей. Останет выходной и полное жалование. Есть, босс. Новый приказ. Кончаем разгрузку и идем за зарплатой. Удачного отгула. Так. Прыжочек у нас жатар. А здесь нас ждет уже отряд. Торжественной встречи ждешь? Бау. Воду нужна, ты знаешь, где меня найти. Да не вопрос. И чем мне тут заниматься? Носить титул лорда-регента — честь для меня. Вглубь нас жатара. Повысить уровень вашего союзника до третьего. Засада. Ладно.
Так, где птичник? Ага, вон. Квест есть здесь. Что-нибудь нужно? Особо ничего, спасибо. Но отправить бы меня туда было бы замечательно. Поглядим сейчас, что там за квест. Вот, я, кстати, еще один тоже квест видел вот там возле моста в левой части карты. Но, блин, слева вверху. Но я вот не совсем помню. Точнее, не совсем помню. Я тупо не нашел, как получить его. Ну, ладно, сейчас, может, посмотрим, что там можно придумать. Может, есть какие-то вариантики. А может, и нет. Кто его знает. Такс. Двигаем на этот квест. Надеюсь, его-то я смогу найти. Бляха. Смог. Но он, конечно, тоже такой крайне незаметный. Ты что-нибудь слышал о гейзерах? На открывшихся участках вода пытается вернуть свое. Океан гневается, думая, шара ему тоже не понравилось. Мы будем задействовать гейзеры этим. Заделывать гейзеры этим, пока не найдем постоянное решение. Окей. Погнал разбираться с гейзерами. Мощный, мощный паренек. Хорошо, хоть криты прошли нормально. А это что за хрен? Я пока что не могу это. Такое ощущение, что это из-за него. Взаимненько. Все мы в одной лодке. Нужно подойти поближе. В смысле заперто? Открой. Ты услышишь эту песню? Так, пойду-ка схожу на еще один. То ли это Дейлик, то ли как они там называются. Не достаю. Слишком далеко. Ого. Серьезные парни. Как можем увидеть. Что-то сделать надо с силовыми линиями, да? У меня уже достаточно таких предметов. Это чё, блин? А
единственный нюанс, я не совсем врубаю, что делать. Омг. Ага, чтобы ничего не пересекалось, наверное. Ясно. Геморроя достаточно. И даже очень. Ух, офигеть, конечно. Я так и постарею, пока это не сделаю. Хотя, может и нет, может и нет. Так. Во. Идет процесс медленно, но уверенно. Так. Ебой. Затащил. 370, а тут 385. Ну, поехали. Крутанем барабанчик. Да. Не самое лучшее, конечно. Так. Пусть это будет. Опа, какой-то рарник здесь еще запрятан. У меня уже достаточно таких. Ой-ой-ой-ой-ой. Та бляха, ДГ. Точнее, Джей. Покажи все, что можешь! Слишком далеко. Мощный хрен. До свидания. Да? Чего поговорим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это я, конечно, тут чигирями пробираюсь какими-то. Ну, бляха, приставучий какой краб до сих пор тащится за мной, а? Ну, чё, отставать не собирается, что ли? О, отстал.
Молодец. Ладно, надо, наверное, помочь завалить крабов сначала. Потом уже работать по-финальному. Укрепленный тайник. Давайте пойдем искать. Мать честная. Оу! Вот это я заскочила. Жесть. Чуть не выгреб. Абсолютно случайно не заметил оленьянцеров. Так, надеюсь, сейчас удастся добраться. Точнее, даже тут суть не в том, чтобы добраться, а в том, чтобы найти. Не достаю. Слишком далеко. Офигеть, да вы там... помешало бы. Ай-яй-яй. Нормально вкинули. До свидули. Может, где-то здесь? Интересно, где ж они его заныкали-то? Ну точно же не внизу. Ё-моё. Так, вроде бы посмотрел. Нужны мне вот эти координаты. 44-46 и 26-94. Давайте глянем. 44-46. Это хрен пойми куда. А, сейчас разберемся. 44-46. 44 практически есть. Ага, может быть вот сюда. Да, мир Мидоны.
то, что нужно. Мне как раз они и нужны были. Так. Так, а теперь пойдем косить этих мирмидонов. Сейчас заодно еще сделаем скриншотик. То можно будет это все дело на превьюшке использовать. Так, мирмидоны, мирмидоны, где вы? Не поглотит, все будет нормально. А хотя с этих он тоже пишет, что может выпасть. Это даже почти легко было. Согласен, не очень тяжело. Оп, а вот и ключик. Можно, в принципе, и эту элитную даму завалить. Так. Ну, возвращаемся к сундучку. Левел ап надо же. Просто друг. Слушай, грязи шляпа, мне нужно сделать так, чтобы тебя не сбило с ног самым слабым течением. Я попросил Атолию собрать кое-какие вещи, с которыми ты не будешь таким жалким, как сейчас. И после того, что произошло вчера, мне кажется, что нам уже пора, наверное, возвращаться. Приходи еще, поговорим. Так, единственный нюанс, стоило бы сгонять вот сюда. Единственный нюанс, я не знаю, как туда пробраться. А ничего, сейчас разберемся. Сейчас поедем разбираться, как туда попасть. Я думаю, что, наверное, по дороге. Только вот непонятно, где сворачивать. То ли... До свидания. То ли вот сейчас направо уходить, то ли нет. Пока не ясно, ладно. Будем ориентироваться по ходу дела. Все-таки, наверное, сверху спрыгивать вниз будет проще, чем снизу карабкаться наверх. Поэтому попробуем зайти сверху.
Оп, что-то дропнули. Получаемый урон уменьшен на 5%. Чудесно. Не супер, конечно, полезно, но нормально. Ой, а вас много здесь. Единственный нюанс, не пойму, почему еще не сработало. Некуда класть. Сюда заявилась, ага, шайка нахворботителей. Перебей этих гадюк. Моя добыча. Достаю слишком далеко. Прикольно, не действует кровотечение. Это молодцы, близы, молодцы. Но лично мне колупать долго приходится. Какой-то квестовый даже, товарищ. Сначала нужно выбрать цель. Нужно подойти поближе. Не достаю. Слишком далеко. Так, где там следующий набор? Нужно подойти поближе. Так, последняя волна. Я больше не унесу. Трэша всякого нахватался. Теперь унести не могу. Опа. Поближе.
Никто не заслуживает участи быть рабом Асшарой. Сбивай цепи, убивай надзирателей. Смерть нагам. А, черт, чтобы выкинуть. Свидания. Меня нету. Так, скорость передвижения. У меня, по-моему, где-то уже есть. Не? Пусть будет это. Я делаю телепортейшн. И дальше уже посмотрим. Так, сдать квест. Ага, ясно. Кому? Все этой подружаньке, да? Хочешь мне что-то сказать? Я больше не да, что ж ты будешь делать? Бери, что родная, покажешь. Надо мусор скинуть. Благодарю. Только побыстрее. Давай без лишнего геройства. Ух ты. Ремешочек. Клёво. Новый ремень. Так, у меня был он еще один какой-то квест. Я думаю, друзья, что мы на него отправимся в следующей серии. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.